Добрый день, любители вышивки. Меня зовут Марианна, и сегодня я хочу снять видео о покупках в магазин Мир Вышивки. Вот я только что пришла с почты, распаковала. И вот что я купила недавно. Магазин Мир Вышивки присылает на почту мне уведомления о своих распродажах. Также напоминание, что у меня в корзине там заброшено. Иногда присылает мне промокоды, по которым я могу купить товары со скидкой, со своей накопительной скидкой, с промокодом. И вот недавно пришло мне письмо, что магазин Мир Вышивки, распродажа 40%. Я зашла, это было с 16 по 19 марта, и увидела, что на пяльца Нурги очень хорошая скидка. И так как мне уже одни пяльцы дарила дочь желтенького цвета, я решила, что мне нужны еще синенькие, красненькие, и что мне нужно еще маленькие зелененькие. Вот я купила. Извините, зашатался. Бирочка с магазина Мир Вышивки. Вот моя накладная. Посмотрите. Эти пяльцы обошлись мне в 35-36 рублей, а маленькие в 260 рублей. Ну, естественно, и за пересылку еще. Но все равно, суммируя все это, получается, что они мне обошлись очень даже дешево. Еще такой вот каталог от Риолис прислал мне магазин Мир Вышивки. Спасибо им. И очень нравится, что помимо скидок в магазине плюсуются также скидка накопительная всегда, независимо со скидкой этот товар или без. И промокод. Поэтому товар в магазине Мир Вышивки получается по очень приятным ценам. Рекомендую всем этот магазин. И спасибо Мир Вышивки за такие замечательные покупочки. До свидания всем!